Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 8. Сумма двух чисел 913. Одно из этих чисел оканчивается нулем. Если этот нуль зачеркнуть, то получится второе число. Вот число трехзначное, которое оканчивается нулем. Убрали этот нуль, получили то же самое число, но только двузначное, состоящее из второго и третьего разряда. Мы должны догадаться, какие эти числа, если в сумме они нам дают 913. Подумаем, если к нулю мы прибавляем какое-то число, а в ответе получаем 3, значит, второе число в записи первого числа, вторая цифра, и последняя цифра в записи второго числа у нас будет равна 3. Верно? 0 плюс 3 получится 3. Это последняя цифра второго числа. Значит, и во втором числе число десятков у нас также будет равно 3. Посмотрим. 0 прибавить 3, получили 3. Теперь мы должны отгадать первую цифру второго числа и первую цифру первого числа. Какое число мы должны прибавить к 3, чтобы в итоге получить 11? Верно, это будет число 8, потому что к 3 прибавляем 8, мы получаем 11. 1 в уме, значит, в первом числе число сотен тоже будет равно 8. Получается ответ 830 прибавить, убрать 0, 83, и в ответе получится 913. Проверим. 0 плюс 3 будет 3, 3 плюс 8 будет 11, 1 пишет, 1 переходит в следующий разряд. Получается 9, 913. Все согласно условию. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.